У нас новый альбом в игре «Мой говорящий тон», друзья. Все про него и только и говорят. Давайте склеим все наклейки, чтобы увидеть, какая у нас красота получилась. И да, я вам расскажу историю. Историю о чудесном Тони и его друзьями. Вот, праздничный диван. Склеиваем бэннер и ковер. И вот мы получили ковер с войной. Давайте еще склеим. И Анджелу с Томом и Беном, получили друзьями Бекки. И что у нас получили? Бамбуковый наряд и бамбуковая шапочка. Все, что нужно для бамбука. Давайте еще склеим и холодильник. И какой у нас холодильник получился? А, бамбуковый холодильник. Давайте еще склеим. И вот еще и кусочки из этой картиночки. Из праздника любимых лодок драконов. Все на троих. Мы получили монеты. Вот еще кусочек. Это клеток. Ну вот, мы склеили картинку со праздника волны. Волны какой-то чудесной лодок драконов. Давайте еще склеим и Анджелу, и Фрэнка. И что мы у нас получили? Это ванна с драконом. Мы молодцы. Теперь давай еще склеим и Тома и Джинджера. Мы получили костюм золотого дракона. Халат с драконом. И корона дракона. Мы получили костюм золотого дракона. Давайте еще склеим и еще не кусочки. Ну вот, остались только еще два кусочка. И мы получим полную историю. Ну вот, мы получили вот это. Ну вот, мы молодцы. Мы все справились. Однажды Том, Анджела, Хэнк, Бекка, Бен и Джинджер праздновали лунный Новый год. День лучших соревновительных драконов. Все переоделись в новый костюм. Все очень были рады. Когда Джинджер и Хэнк поправили Лиду на провал, все получили этот холодильник. Все поплыли на лодке драконы. Был чудесный праздник лодок драконов. Хэнк и Анджела получили эту милую ванну с драконом. А когда Бекка, Джинджер и Том в костюме драконов играли в мячик, они сделали гол. Все поели вкусную еду. Все очень были рады. Как и сели тренировки, вот, герой в отпуске. Герой на тренировке. Как в сериале говорят, что он герой. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не пропустите еще одно новое видео с пропуском дружбы и новым нарядом. Всем пока!